Друзья, пришло время каждому из нас научиться бороться за свои права, научиться отстаивать законодательство, научиться отстаивать конституцию. Мы хотим жить по законам, а не по понятиям. Вчера мы считаем, что был грубо нарушен наше право, было нарушено очень грубо право на свободу волеизъявления, право на свободу слова, право на свободу собраний. Приказ блокировать вчерашний мирный митинг, я еще раз хочу подчеркнуть, что вчера была мирная манифестация, он преступен по своей сути. Мы требуем, чтобы министр внутренних дел назвал нам имя человека, отдавшего этот приказ. Мы требуем, чтобы в Республике Молдова наконец-то возобладало право, возобладал закон. Мы требуем досрочных выборов. Я хочу это подчеркнуть. И мы требуем, чтобы каждый из тех, кто сегодня занимает ответственные посты и должности, соблюдал закон Республики Молдова, соблюдал Конституцию Республики Молдова и прежде всего был совестлив по отношению к своим гражданам, волеизъявления которых он обязан исполнять. Спасибо.